Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое. Элизабет Бергнер, немецкая актриса театра и кино, настоящая фамилия Этель. Семейным врачом у родителей Элизабет Бергнер работал студент медицины Якоб Леви Морейна, который и посоветовал девочке пойти в актрисы. Она окончила драматический класс Венской консерватории, первые сценические роли играла в Инсбруке, Цюрихе, Вене. Позже уехала в Берлин, где получила известность после ролей в пьесах «Святая Анна», «Джорджа Бернарда Шоу» и «Фрейлин Эльза» и «Арианна». Я зачитываю данные Википедии. Актриса разбила немало сердец. Среди ее поклонников был скульптор Вильгельм Лимбрук, который покончил с собой из-за своих чувств к ней. Страстный роман связал Бергнер с австрийским писателем Альбертом Эрнштейном. В 1933 году она вышла замуж за театрального режиссера Поля Циннера и переехала в Лондон. Поль стал режиссером почти всех ее фильмов. В 1935 году номинировалась на Оскара за роль в фильме «Никогда не покидай меня». В 1979-м Бергнер получила премию Эрнста Любича за фильм «Прогулка в Троицу». Умерла 12 мая 1986 года в возрасте 88 лет в Лондоне, Великобритания. Ну так вкратце о Элизабет Бергнер, немецкой актрисе театра и кино. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое.